за право выступать в следующем сезоне в чемпионате страны для некоммерческого учреждения. В результате упорной борьбы именно в последние определился обладатель единственной путевки. Им стал наш земляк-член Иванов. Сейчас мы его претензии сейчас выразим. Лёха, ты сейчас кибушу кидывай. Все клюшки, блядь. Скажи два слова. Знаменательный матч. Как против брата играть? Подскажи секрет, а? Если брата, то главное не трогать, у него почка больная. Ясно, понял. Ура!
зеленые штаны. Ну что, когда будете проводить итоговую пресс-конференцию? А итоговую, а сейчас прямая линия будет, часа 15-17. И затем уже пресс-конференция. Я уже, да? Вы что, не будете пройти детей-то? А? Валера! Абсолютно тут не заметил, не заснял. Макс, ты хоть бы очки снял, да? Да, да я с крупным планом. Вот, нормально. Ну вот так, пара не училась. Нет, я бы поснимал бы там содержимое пакет. Тем более в новости. Это вам красноярские несе, здесь ветераны. Ветераны в атаке, но она прервана. О, блин. Все, ветераны отбились. Молодец. Подхватывают мяч и идут в атаку сами. Эх, классно, не надо не забывать. Максим Саша, народ еще идет.
для показательного матча были довольно много народу. Итак, счет открыт. Мяч забил Евгений Иракин, номер 6. Иракин мастер. Хорошо. Ты там не славишься ветерана. Последний на полном серьезе поздравляет речь. Так, шоу пока и не пахнет. Первый угловой ворот Чепскана и в матче. Один финал. И Чепскана я в атаку. В игре. Темно вообще, лицо твое знаменитое, запечатлеть на память хоть. О, нормально. Ну что, как сегодня настроение перед историческим матчем? А какое вы настроение? Рабочее? Как так? Ну все нормально, ладно. Ты не скучай, чаю покрепче завари там себе. Я за металлурка. А, ну давай. Вот так вот, 1-2. Ветераны ведут. Кое для кого сезон действительно закончит. Ветераны вышли вперед. Сколько у вас осталось от тиража? Много еще? Что? Много еще осталось, да, не продано? Нет. Нет, не хорошо так. Брали в течение сезона, да? Ну, очень хорошо. Да, вы давно продаете, да, их? Ну, календари. Наверное, сезонно в 5. А, ну вот. Ну, хорошо. Ну, хоть прибавок заработку, да? Книга очень ценная. Ага. Кто понимает, берут. Игорь, сними нас. Вот тут работники наши тоже болеют. Вот это да, вот это номер. Ветераны еще могут что-то предпринять. Итак, ветераны готовы к атаку. Показывают финты, но чуть мяч не отобрали. Дай посмотреть. Да что ты там должен с ними вместе? Кто это? Кто это? Прямо включи, да. А? Я не знаю. Выйдет, Татьяна, с опоздание. Да. Ветераны защищаются. Но они это делают только. Я заговорил умело, смотрите, как они. И в атаке, вот так. Эх, у нас скорости-то немного не хватает. Он бежит и думает, где ж мои 17 лет? Давай, мужики, давай!
пошли в атаку. Шайба! Ломичай, вот это да. Кадыров через два. Ага, теперь Кадыров. Итак, ветеран защищается! Подвержен ветеран! Достаточно ветеран! Вот марка здесь, собственно, эпизоды на военных местах забронирован. Внимание! Артур Бизов и Игорь Кудинов. Вас просят подойти к столику секретаря. Судья информатору, пожалуйста, подойдите. Артур Бизов и Игорь Кудинов. А на столе продолжается хоккей. Причем хоккей большой. Зритель просит угол, но судья не дает. Я вам скользну. Так, будем. Вот люди, кто обеспечил весь сезон салют. Ветераны опять. Больше настроено на матче старой гвардии, что говорить. 3-3, Ирахин забил. Женька. Капитан есть капитан. Кто еще пример должен показывать? А у нас три Продолжается. Так была построена напряженная такая обстановка вокруг команды. Вот. У нас случился там инцидент на поле. Вот. С Красной Зарей, да? Да. Понимаете, что, в общем-то, не выдержали нервы и у меня, как у тренера, и у игроков. Вот. Был беспредел в судействе. Вот. И все, в общем-то, всю вину свалили на меня и на команду. И ну там завели, не завели их, типа уголовного дела, понимаете, даже потому что, по крайней мере, органы приходили, дискредитировали команду, вот, судьи там намекали, что какие-то нужно нам как бы ущерб моральный возместить. Вот такие вот, понимаете, вот такая обстановка была очень нездоровая вокруг команды. Вот это точно, мягко выражено, что вот именно так. Ну вот вообще вам после всего этого хочется играть дальше? Вы знаете, был у меня такой, как раз после игры, нервный стресс очень большой. Вот. Потом была опустошенность, и наступило такое безразличие, понимаете. Я говорил там в интервью, но его не напечатали, что вот сама система таких финалов, она давно изжила себя. Надо что-то федерации думать, менять. Я понимаю, что сейчас, конечно, жизнь такая, что безденежная команда, она не может играть в высшей лиге, понимаете. Но нам даже не дали возможность, значит, попробовать, что, конечно, приложили бы, может быть, все усилия, что там найти денег или что-то. Вот, ну, такой возможности нам не дали, поэтому. Ну, будем думать. Конечно,
пройдет, я думаю, что я профессионал. Я уже 26 сезонов работаю тренером. Такого беспредела я не видел. Это мой где-то 15 или 16 финал уже в моей жизни. Вот. Я был и выходил в высшую лигу в финалах, и не выходил. Ну, такой опустошенности, как после этого финала, у меня не было, конечно. Вот. Я думаю, что я найду в себе силы, отойду. Вот. И снова буду работать, потому что это моя жизнь. Но осадок очень неприятный. А мы уже взяли у него интервью. Ну вот там что-то не добрали. Вот подойди к Матинке. Посмотрим, какой результат. И Миш, как его высчитывать будет? Серега, давай! Эх, ты, что, Селена, кого? Я в первую очередь. Я в первую очередь. Салют после каждого гола ветерана. Александр Байзов, номер 19.
Младший сын предпоследний гол, и Говорков старший последний гол. Преемственность поколений. Боевая ничья всем всем. Символистом в начале Локомотив, затем Цискана. Пушкин впереди. Сезон закончен. Да, все правильно, поздравляю. Проигравшая в прогнозе по Ирасу. Никто не хочет расходиться, видите, такой праздник. Можно улыбнуться на память, я потом сделаю. Я думаю, мяч остался впереди. Счастливый обладатель ташкитовского входа. Да, он все решил. Слава, символично, да? Сначала сына, потом ты гол последний, да? Слава, символично, что предпоследний гол ты забил, да? А последний? Предпоследний сын забил. Сына последним ты, да? Знаменитый.
Я до последнего сейчас буду. Приятно. Да, что не совсем старый. Я себе уверен, на этом поле чувствую 70-х годов. Ходил и играл. А сейчас уже привычки. Я не обращаю внимания. Ну, что главное, я учился. Вот. Вася бьет. Герой матча в Казани. Он никогда не был финалистом, что говорит? Финал, правда, попасть не может. Они тренируются, хулитон. А вот он делается, кто? Финал, завелись. Завелись, Маша. Штанга! Ну надо же, а? Да, да. Там риск. Да, вот кого надо вместо Гришина на пенальти ставить. Двойные радости, что сами сетками. Вот так. Добивание нечестно. Thank you.
Это что за медаль? Серебряная. Кто, представься, то я не знаю. За что завоёвано? Давай говори. На чемпионате России среди... 86-го года. 86-го года. Серебряный. Новосибирский. Все ясно, молодец. Ориентир, что делаем? Ориентация. Кому-то не хватило. Даже первой критичке не хватило подарок. Пацана, вот так развернись, это, чтобы на фоне этого всего было. Вот так. Давайте целый счет. Виктор, спасибо. Советская Россия. Сколько лет? 10. Ну вот, даже видишь, да, ты еще больше. Пойдем лучше с той стороны. Нормально все. Андрюха. Один, давай. Один? Ты зашелся, да? Один, там где, в общаге там живет? Да, на этом кусочке. Давай, подай. Я сказал, ну я вам там сделаю, наверное. Станет авто знаменитый. Саша, можно у вас небольшой вопросик? Как, на ваш взгляд, сегодня прошло мероприятие? Отвратительно. Безобразно. А в чем причины? Конкретно лица назовите. Пофамильно? Нет, конкретно. Иркутский болельщик в этом причинам. Все, мало хотели организовать все как по-нормальному. Так, а что? Но ломятся все на лед, кому не попадет. Да, участник конкурса, не участник. Да. Мы не провели очень много конкурсов. Милиция, может быть, тут плохо поработала. Да? Я не знаю, кто здесь поработал. Я думаю, что в первую очередь виноват болельщик. Написано русским языком, что приглашается болельщик такой-то, такой-то. Нет, значит, лезут все, кому не нужно. Ну ладно, Саша. Постоянно в нашей стране идти каждый.